Мой отец полковник войск специального назначения. Первый прыжок с парашютом я совершил в 15 лет. Тогда мне казалось, что жизнь солдата – это здорово, что она заключается только в прыжках, в удовольствии, когда ты паришь в небе в свободном падении. Но в 18 лет, попав в армию, я понял, что это не так. Жизнь солдата, она очень трудна. Несмотря на это, я не жалею, что попал в армию, попал в спецназ. Спецназ многое дает, из него можно многое взять, чисто для себя. Я прослужил в части спецназ ВМФ с 81 года. От командира группы, до заместителя командира по боевой подготовке. Значит, считаю, что части спецназ ВМФ являются наиболее боеготовыми и способными силами России. На примере наших учений в Персидском заливе, значит, наша группа показала отличные результаты по сравнению с американскими спецназовцами. Но что мы имеем в настоящее время? Значит, вооружение, боевая техника, значит, не поступают нам. Все перекупили, значит, войска МВД. Значит, большая текучесть кадров. Из-за чего это происходит? Я в этом году ухожу на пенсию. И только сейчас получил квартиру. Самый больной вопрос у нас квартирный стоит. Поэтому уходит офицер. Вся служба в войсках спецназ, я считаю, держится только на энтузиазме офицеров и боевом духе матросов. Все. Я командир группы специального назначения. Служу в войсках спецназа 2 года. Считаю эти войска самыми сильными, самыми лучшими в мире, готовыми выполнить любую поставленную задачу в любом месте.